Этот эксперимент готовился долго. Его роль в расстановке сил на мировой арене трудно было переоценить. Судьбы миллионов людей зависели от результатов этого небывалого по смелости и масштабу опыта. В экспедиции участвовали отряд военных альпинистов и особое секретное формирование. Эти две группы должны были встретиться в горах и совместными усилиями завершить эксперимент, который, кроме выполнения основного задания, обещал стать еще одним крупным достижением отечественного военного альпинизма. Самые мужественные, самые испытанные, самые чистые и отважные люди были выбраны для этой беспрецедентной экспедиции. Взаимовыручка, самопожертвование, стремление к подвигу, воля к победе – вот принципы, на основе которых должен был проводиться этот уникальный секретный эксперимент. С затаённым дыханием ждали его результатов миллионы полных надежды людей. Ты уж прости, Анастасия. Извини, не могу я. Нельзя мне, я бы рад, да приказ не могу допустить. А так бы рассказал. От тебя секретов. Пойми, эксперимент. Сама увидишь. Уж не знаю. Потом расскажу, пойми. Так надо. Не сердись. Почему не рассказать? Расскажу. Слушай. Последняя ночь полнолуния. Мы должны завершить эксперимент сегодня же, во что бы то ни стало. Отсрочка на месяц, срыв всей программы исследования. Куда? Есть хочется. Пойдем к сестре перекусим.
кроме повода, голову пилой, мозги, лохань, дружник ваша тетка. Хорошо их жарила, помню. Вкусные. С белого бычка. Молодец, хорошо. Ну, тетка, хорошо. Ну, скоро и мало, помню. Тетка красная. Ну что, пойдем в горы? Нельзя. По инструкции надо разойтись и встретиться здесь через 2 дня. А если не по инструкции? Прекрати. Понял? И бобровцы в лесах шалят. Ясно.
Позорили меня, гады. Позорили. Насиловали. Тише. Без меня. Идите. Чего? Не тот я уже. Чистоты во мне нет. Теперь я не могу быть в эксперименте. Брось, идем. Не могу. Тогда хоть помоги нам. Thank you.